Завершился четвертый тур чемпионата Беларуси по мини-футболу. Оба представителя региона свои матчи провели в спорткомплексе «Локомотив». Один из лидеров чемпионата ВРЗ на этот раз оказался сильнее гродненского УВД «Динамо». Подопечные Анатолия Яновского не испытали особых проблем, забив по два мяча в каждом из таймов. Итоговый счет 4-2. Такие же цифры горели на табло по завершению матча между БЧ и столицей. Правда, на этот раз сильнее были гости.